Ну, родился в Болгарии я. Сам так жил в Тульской области. Как бы, ну, так ничего особо, учился, занимался спортом. Так, боксеры, боксом занимался до попадания сюда. Ну, так, не знаю, как. Нормально у меня семья. Как бы все в достатке. Ничего там плохого. Ни наркоман, ни алкоголик. Как бы в жизни у меня все было, как бы, у меня девушка есть хорошая очень, у меня родители очень хорошие, достойные. У меня воспитание достойное. Я как бы воспитанный парень. У меня в детстве не было такого, что я там драный ходил, рваный. Как бы я в достатке всегда жил, я одевался красиво. И машина у меня была, как бы, ну, нормально себя чувствовал, как говорится, в жизни, как бы, да. У меня, ну, что-то, может, там не хватало каких-то определенных моментов, но это у всех бывает в жизни свои сложности. Ну, мое знакомство с организацией ИГИЛ, ну, не знаю, как прошло, как обычно. Ну, после тренировки что, домой приезжаешь, в интернете лазишь, как все молодые пацаны. Я молодой, что. Ну, как бы все стараются, там, мусульмане, как, ну, все как бы общаются, там. А, ну, у меня в интернете там тоже были картинки, там, допустим. На, и там написали мне, там, типа, вот, у меня собака там дома есть, питбуль. А по, ну, у меня много было фотографий там, ну, где я с собакой, там, с бородой, как бы с собакой. А по исламу, как бы, запрещено животным. Ну, короче, ну, нельзя собаку иметь там. По шариату это типа, ну, по религии, в твой дом ангелы не спустятся. Как бы, ну, из-за собаки. Собака их отпугивает. И в исламе запрещено. Как бы кошку можно там, да, допустим, а собаку нельзя. И мне один там, вот этот парень, начал там активно писать, ты там как кафир себя ведешь, кафир это арабский неверный, как бы. И он мне начал такие вещи, как бы, цеплять, типа, вот, сбрей бороду, ты там, ну, как русский, типа, себя ведешь. Это, говорю, мой личный выбор, правильно, я никому плохого не делаю, что это моя собака, это мой грех, допустим, если ты там считаешь меня там неверным каким-то или кем-то там грязным животным, это, ну, твое. Ну, меня зацепило молодой там. Он мне начал, и потом, ну, вот так на родителях, короче, дальше больше, что это все развелось. Начали писать, типа, вот, твои родители не попадут там в рай, тем самым, ну, они неверные там, как бы, одумайся там, ну, выведи их с этой джахилии. Ну, как бы, для молодых ребят мама – это все, как бы, самый близкий человек, он тебе воспитывает, кормит, одевает, любовь свою дает с детства. Как бы, ну, и вот это зацепило. Хотел взорвать себя, чтобы обеспечить место в раю себе и своим родителям. По своему сценарию я должен совершить, был там джихад у меня, как бы, да, идет. В отделе полиции я должен был взорваться. Как бы, в каком отделе, в каком городе? Ну, город Твери. Как бы, тем самым для этой организации, это на фоне чемпионата мира, это очень такой весомый аргумент бы был. Для внешней политики, да и вообще там, как бы, ну, данному государству это могло бы последствия сделать. Приготовление уже было, у меня же приготовление к теракту, как бы, идет. Ну, как бы уже, да, там, предпоследний этап, можно так сказать, там, я не знаю, как-то. Как бы я уже там, ну, должен был все совершить. И как бы сотрудники вовремя сработали оперативно. Они вовремя меня предотвратили, и я как бы не сделал таких тяжких последствий для своего населения, там, государства, как бы не повредил никому из людей. В данный момент я навредил только самому себе. Ну, для меня это урок, это моя ошибка. Как бы я понял, что это ненормально, что просто в заблуждение тебя ввели, что нет никакого притеснения, нет никакой войны на самом деле за ислам. Это все ненормально. На сегодняшний день это все ненормально. Это, блин, экстремисты, это радикалы, это не ислам, там нет ничего, как бы, веры, там, такой, как говорят, там, вот, религия. Религия на данный момент, я, как бы, да, занимаюсь этим моментом, я много размышляю, много у кого-то постарше или интересуюсь по таким поводам, где не понимаю. Религия нас не учит ни одна, ни христианство, ни ислам, ни убивать, ни стрелять, ни воевать. Ни в одном Библии, ни в одном Коране не написано, что идите, люди, воюйте, идите, люди, убивайте своих братьев там по вере или там других. Это все радикалы. Это радикальное течение ислама. Это, ну,
Это и есть ваххабизм. Это он захватывает большую половину населения. А те ребята, которые идут эти, да, они недопонимают свою религию. Они не ценят своих родителей, не думают о родителях. Это эгоизм. Мы на данный момент, я тоже думал только о себе. Как бы. Ну, а сейчас я понимаю, если я бы это сделал, каково моим бы родителям было, там, хранить сына, там, кушки фарша от меня бы остались, там, да, вот так, допустим. Каково им это было жить с этим? Что сын там покончил жизнь сам, ну, суицидом, там, непонятно за что, непонятно там, как вообще к этому пришел. Там. Ну, мне стыдно перед родителями, что вообще у меня в башке такое появилось, как-то там оказалось вот эти моменты. Там я не понимал, как бы, сейчас я это понял, что это заблуждение всего лишь. Как бы на тебе делают эта организация деньги, ты как пушечное мясо для них становишься. Тебя отправляют куда-то и задают тебе задачи, которые сами не хотят выполнять, а ищут молодых ребят, которые более легче завербовать там, или как-то там задеть живые там, ценности твои жизненные. Для себя сделал ошибку, как бы вот молодой, что я раскаялся в своем преступлении, я извинился на последнем слове перед всеми, перед занимаемыми зданием вот этой МВД, там, сотрудника ФСБ, перед Владимиром Владимировичем Путиным, приношу свои искренние извинения за свое преступление, там, перед своей семьей, как бы, перед своим народом. Я виноват, молодой. Не было тех людей, кто мог бы рядом, ну, объяснить, там, где-то что-то довести, там. Просто не оказалось в тот момент постарше тебя и более опытнее в жизни человека, который на путь тебя наставит. Бывает просто не хватает тех людей, кто тебе протянет ну, руку помощи. Не то, что там, как бы, деньгами там, или чем-то, а просто выслушает тебя и скажет свою правильную, как бы, с возрастом, она, точка мнения, жизнь, он, ну, более качественнее знает ее. А я что, мне 25 лет на данный момент, а на совершение преступления мне 23 года только исполнилось. Как бы, ну, я еще особо жизнь толком не понял. И где-то считал это правильным, там, пока вот не оказался здесь. Зовут меня Андрей, исламское имя Али. То есть я родился в христианской семье в 97 году. Ну, в принципе, все как обычно, отца нету. То есть, как бы, трудное детство. Ну, так, в общем, в принципе, ничего нового для России, как бы, ничего. Потом вырос, попал в тюрьму. Потом опять попал в тюрьму. Как бы, ну вот, в принципе, все отрезки жизни из моего детства, прошлого, юности. Потом стал сочувствовать исламу. Это было, может быть, ну, 5-6 лет назад, как бы, когда я стал интересоваться, что такое ислам. В семье у меня все христиане, то есть там дедушка в свое время закончил несколько библейских школ, его звали быть проповедником, там, ну и так далее. То есть я вообще воспитывался, ну, в религиозной тематике, в религиозном духе. Вот. Но меня как-то не устраивало, то есть по религиозным взглядам. И я вот стал сочувствовать направлению ислама. В 2016 году, отбывая наказание, я принял ислам. Я находился в, как это называется, строгие условия содержания, ну, СУС по-нашему, как бы так сокращенно. Я находился в СУСе, и, ну, подавляющая масса была из мусульман. То есть они молились,
совершали намаз, держали пост, как бы читали все время литературу, не пили, не курили, ну, то есть вели вот такой аскетический полуобраз жизни, наполовину, так можно сказать. И вот мне стало интересно. Стал молиться, совершал намазы, держал пост, стал еще больше углубляться в эту тематику, просматривать ролики профессоров, ученых, то есть богословие стал, ну, более-менее просматривать, как бы как-то изучать в силу там, своего развития. Потом стал интересоваться больше, стал подходить, спрашивать литературу, интересоваться по каким-то, ну, религиозным моментам. То есть они мне давали какие-то поправки, пояснения, ссылки. Я просматривал видео, читал литературу, общался с мусульманами, то есть на именно религиозную тематику. Ну вот как бы в результате всего этого возникло что-то вроде сочувствия к тем, кто у нас объявлен террористической группировкой, там Джибхат ан-Нусра, ИГИЛ, ну и остальные организации, как бы, которые этим занимаются. Это было все, ну опять же, это же психология. То есть как человека привести к совершению теракта, к пропаганде. То есть тогда я этого, может быть, не понимал, сейчас я это понимаю. Показывать правильные ролики, стимулировать, то есть именно в ту систему, в которую человека нужно направить. То есть если это терроризм, то как-то аккуратными видеороликами, литературой, разговорами, какими-то темами. То есть человека потихоньку приводить к тому, что террористы – это нормально, это как бы это джихад, ну и так далее, так далее, так далее. Как бы, ну вот, видимо, наверное, как-то так. Потому что мы много общались, я общался с другими мусульманами, я постоянно просматривал ролики. Ну, опять же, YouTube – это средства массовой той же информации и легкого доступа к этой информации. И там не всегда появляются те видео, которые прошли именно цензуру на предмет каких-то экстремистских, террористических направленностей, запрещенных. Вот. Видимо, также смотрел такие видео, просматривал, складывалось впечатление, убеждение. Плюс, опять же, средства нашей массовой информации, телевидение, показывали постоянно ролики, Сирия, как раз вот этот, я как раз пока принял ислам, уже год как был конфликт в Сирии, то есть уже там страсти накалялись, все было очень, очень поднят ажиотаж такой своеобразный по миру, то есть это показывали везде, по всем выпускам новостей, по всем программам, всегда об этом упоминали, все интернет-сайты, то есть как бы все это было на виду. Потом освободился, и как бы в итоге я совершил преступление, попал снова в тюрьму, как бы повлиял образ жизни, привычки, что как бы что нас тянет обратно. Именно наши привычки, что жажда легких денег, как бы человек почувствовал запретный плод, он для него становится сладок. Попал в тюрьму, приехал, ну, также совершал намазы, молился. Ну, вроде бы было все как-то неплохо. Потом вот снова в силу того, что режим в лагере, то есть постоянно все распределено, как бы стал просматривать телевизор. Стал просматривать телевизор, и снова одностороннее освещение, то есть снова я стал об этом чаще задумываться. И вот решил таким образом пропагандировать, что как бы эти люди занимаются не тем, как их представляют, что ИГИЛ – это не та группировка, не тот уровень, на который ее выставляют, как бы, и не те люди, какими их преподносят. То есть, что они на самом деле совершают джихад, священную войну, что они объявили халифат, ну и вот так далее. То есть, стал пропагандировать, стал рассказывать заключенным, что это все средства массовой информации, все пропаганда русских каналов. Как бы стал объяснять, рассказывать, пояснять. Ну, в итоге это привлекло внимание сотрудников. Там была проведена операция, и как бы был выявлен факт совершения преступления, пропаганда. То есть, ну, как бы вот так вот я и попал
сюда приехал, так я получил новый срок за новое преступление, уже связанное с пропагандой терроризма. Теперь я вижу, что это деньги, жажда власти, политика. То есть сейчас нету в религии того, что, может быть, там было тысячу лет назад. Нет тех убеждений, которые были тысячу лет назад. И как бы, я думаю, поэтому и нужно людям от этого просто в силу, не знаю, возможностей, убеждений отказываться, отходить, потому что в этом нет ничего ни святого, ни правильного, ни каких остальных вещей. Я себя не знаю, куда сейчас я причитаю себя. Я просто живу, я хочу освободиться, я хочу домой. Мне есть куда стремиться. У меня есть родственники, которые меня ждут. И как бы я все стараюсь это забыть.